Мы требуем прекращения от вас нарушения федерального закона номер 54 в части порядка проведения митингов и пикетов. Вследствие чего мы от вас требуем незамедлительно прекратить данное мероприятие. Здесь проходит встреча с депутатом законодательного собрания Приморского края. Я не мешаю вам. Вы не мешаете мне. Вы сейчас мешаете мне проводить встречу с моими избирателями. Задержите, пожалуйста, товарища Самсонова. Доставьте ваши документы, пожалуйста. Я прошу встречи с депутатом. Никакой встречи с депутатом. Вы убираем меня. Нет. Отойдите, вы мешаете. Я депутат. Вы не мешаете проводить встречу. Вы его видели? Я же говорю, Борисовичок. Вы меня знаете, не трогайте, вы нарушаете, не трогайте, они пришли, пройдите, пожалуйста, разойдите, пожалуйста, не толкайте их, пожалуйста, они пришли, пройдите, пожалуйста, вы нарушаете, они пришли, они пришли на встречу с депутатом. Такой методики проводим мероприятие. Разойдитесь, пожалуйста.